Друзья, всем привет, с вами Зевс. Мы сейчас в данный момент находимся на ПТС. Кстати, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, как всегда, и поделиться видео в социальных сетях. Обязательно лайк тоже поставить, потому что я на прошлом видео увидел, что очень мало лайков. На ПТС у нас обновление, пацаны. Кстати, сейчас отвечу на комментарии, которые писали некоторые на видео, когда я показывал некоторые спецоперации. Кстати, есть насчет спецоперации, покажу. Я просто на некоторые спецоперации сказал «обновили». Один человек подумал, что я просто говорю, что новые спецухи добавили. Никакой спецухи, я просто сказал, просто до словах, просто доебался, сказал, что просто обновили. Просто мои слова иногда не понимают, потому что я не совсем чистый русский, поэтому, пацаны, можете понять сразу. Просто вы не поняли. Я не сказал, что добавили новые спецухи, я сказал, что просто их обновили. Просто не так сказал, неправильно сказал. И еще один написал мне, говорит, надо оптимизировать канал, что-то такое. Братан, я уже с этой хренью сам занимаюсь, уже я оптимизацию видео делаю, а канал уже оптимизирован. Просто не хватает немного рекламы канала. Он и так просмотр получает, не беспокойся. Так, ну что, пацаны, давайте посмотрим, что на ПТС. Мне тоже интересно посмотреть. Видео очень длинное будет, так что посмотрим. Так. Кстати, когда мы заходим, будем подробно посмотреть, чтобы не пропустить что-то. Варбаксы, знаки воскрешения, два знака, коробка какая-то, непонятно, тоже походу варбаксы, коробка, корона и золотая какая-то коробка. Давайте заходим. В принципе, до того, как вы заходите на ПТС, могу советовать одну штуку. Смотрите, пацаны, если у вас на полигоне что-то происходит, ну сейчас я вам объясню. Ну вот, на полигоне что-то там плохо отображается. Кстати, поговорим и насчет СТК, что они сделали с ним. Здесь просто заходите в яркость. Заходите в яркость. И яркость ставите, если она, смотрите, сейчас я его поставлю на 50, увидите, как все будет работать. Надо ставить на 44. Так, видите, слишком ярко, сейчас я вам покажу. Вот-вот, слишком ярко. Поэтому заходите просто в настройки. И вот эту яркость немного убавляйте, чтобы не было такой хренотень. Так, на 44. Потом нажимаете вот так и примените. Обязательно применяйте. Так, с чего начинать? Давайте посмотрим мы сначала рейтинги матча, пацан. Давайте посмотрим. Пока что-то здесь никакое изменение не вижу. Короче, у меня была золотая лига, я потом слил ее. Кстати, пацаны, я немного заболел, поэтому и вообще не играл несколько дней. Так, насчет магазина в Warface я ничего такого не вижу, но только то, что здесь показывает, что недоступно. Ну, короче, здесь надо, как обычно, прокачать уровень, и потом это будет доступно. Здесь отображается, что доступно, что недоступно, что ты можешь покупать, что ты не можешь покупать. Ну, интересно сделали, очень прикольно. Напишите в комментарии, каково вам это. Так. Так. Ну, это с рейтинги матча, это понятно уже. Так. Контракты, которые на ПТС, это понятно. А со спиной просто болит спина. Болит спина немного, поэтому извините. Так, вот даже этот пистолет есть. Есть и боевой пропуск добавили, пацаны. Так. А, вот, и агенты есть, которые можем покупать отсюда. Ну, прикольно. Насчет рейтинга матча мы разобрались. Я когда загрузился, видел одну карту новую. Что-то я здесь ее не вижу. Не знаю. Можете написать в комментарии, почему я карту новую не вижу здесь. Может, ее еще не добавили? Не знаю. Но я что-то ее не вижу. Кстати, я, походу, звук сделал потише, да? Потому что... Ну да, я звук сделал потише, чтобы я смог просто общаться. Так. Что у нас здесь? Ну, насчет новой карты что-то я не вижу, пацаны. Можете написать в комментарии, почему карту новую я не вижу. Так. Ранги то же самое. В принципе, можем посмотреть, что за наград дает за ранги.
Давайте посмотрим подробнее. Смотрите, пацаны, за ранги нам дают уже что-то получше. ЮБЗ-шка, дробовик это. Смотрите, пацаны, не обязательно события забрать. Как раз отсюда можно золотой, если какой там 600-й. Можем взять это золотой. Вот это жесть. Вот это да. Вот это да, пацаны, золотой можем взять. За ранги очень жирные награды, пацаны. Знаете? Поэтому я думаю, можно забрать за ранги. Есть польза скачивать ранги, это хорошо. Поэтому я сказал, что вам, что я подробнее все покажу. Насчет рангов тоже говорите. Как вам Пушкин насчет рангов? Так, здесь клан уже у нас. Магазин, пацаны. Давайте посмотрим насчет магазина. Они добавили какие-то старые пушки, как я понял, которые уже ваншотят, как я слышал. Вот читак. Сказали, что фазум что-то добавили там. Вот этот дробовик. Поставим его. Короче, они добавили очень много пушек старых. О, это дробовик. Давайте тестируем. Кстати, там моду можно поставить, как я слышал уже. Короче, вот и новый дробовик. О, пацаны, а я забыл вам сказать одну штуку. Чуть не забыл вам сказать, как открываются коробки. Без разницы, за кредиты, за не за кредиты. Здесь, так, дробовик этот, давай. Вот коробки у нас отображаются вот таким образом, смотрите. Можно вот таким образом отображается. Представляете, вот смотрите, как все работает, прикольно, да? Вот я чуть не забыл вам это показывать. Кстати, что-то он нам упал. А это что такое? А это подороже что-то. Непонятно. Короче, анимация прикольная. Вот так открывается коробка. Там, в принципе, смотрите, как работает все. Так-с. Смотрите, как работает все, пацаны. Если хотите одну коробку открывать, ставьте только одну. Вот видите, только одна. Открывается вот коробка, интересная. Открывается только одна коробка. Понятно? Хотите больше, 5 коробок открыть. Вот 5 коробок открывайте сразу. И вот таким образом работает анимация. Просто нажимаете. Прикольно сделали, да? Вот и новый дробовик. Так. А его можно взять навсегда. Ну, короче, такая прикольная анимация, пацаны. Вот еще раз вам показываю. Я не знаю, звуки завезли, новые не завезли, пока еще не проверил. Так, а я сейчас посмотрю. Ну, напишите, как вам насчет анимации. Так, насчет нового дробовика. А я могу? А, это с камуфляжем. А я что, не могу его купить так, чтобы проверить? Кстати, они что-то с СТК, походу, что-то сделали. Короче, надо проверить. А, вот, и этот дробовик тоже что-то, он, походу, улучшали его. Сейчас я проверю. Ну, одна коробка. Понятно. 5 коробок давайте откроем. Но анимация открытия коробок очень прикольная. Вот мне зашло. Реально зашло. Анимация просто жесть. Пацаны, напишите, как вам анимация вот эта. Очень прикольно сделали. Я тот дробовик не вижу, который мне нужен. Короче, нажимаешь, он нажимает какую-то большую кнопку. Что-то я не поймаю. Короче, давайте еще раз. Дробовик этот, просто надо его проверить. Что-то падает какая-то. Какие-то пушки непонятные. Ну, сказали, что 100% будут падать на такие коробки получше. Давайте еще открываем. Запись очень длинная будет. Так. Короче, насчет
того дробовика, а потом будем тестировать его. Давайте посмотрим мы, знаете что, СТК, сейчас я вам покажу. Сказали, что урезали его, мне тоже интересно, что там урезали. Но, пацаны, есть один минус, который я заметил на СТК, когда ты стреляешь. Я хотел вам показать насчет СТК, смотрите, пацаны. Ну, короче, смотрите, как-то его, как вам объяснить нормально, его выносит. Ну, например, задергание такая есть большая. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Дергается очень сильно. Очень сильно урезали его. Не знаю, если будет таким образом это. Я не понимаю, какого фига, знаете, пацаны. Я просто взял и прокачал СТК до золотых модов, а разработчики его взяли и фиксили. Потому что какие-то блогеры просили фиксить его, потому что их просто пилит с СТК. А зачем я тогда прокачал пушку на мод? Вот зачем? Я не понимаю. Вот зачем? Даже минус отдачи есть, но все равно его выносит вверх. Ну какого фига я просто прокачал его, если они его нерфили? Просто не понимаю. Так, насчет нового пулемета, который мне сказали, где он? Пацаны, если что-то не показало, извините. А, во! И эту тоже пушку можно взять, проверить. Так. Да, вот как раз. Насчет нового пулемета, где он? Короче, добавили очень много стари. Есть и что вам показать, поэтому и боевой пропуск сейчас покажу. Кстати, что там мы купили, давайте посмотрим. Так, вот эту пушку, походу, что-то с мода. Уже добавили моды на эту пушку, можно прокачать моды. Но это я сейчас не буду тестировать. Но моды есть. Моды есть. Кучность. Короче, здесь надо все тестировать. Давайте посмотрим мы. Как на полигоне. Так, поставим прицел какой-нибудь. Так, сейчас я прицел поставлю. Так, легендарные прицелы. Вот это круто. Вот эту пушку я любил, но она не ваншотила. А сейчас посмотрим, как она будет. Ну, в принципе, прикольно, прикольно. Ну, короче, здесь показывает хороший результат. Не знаю, как по людям будет она убивать. Но здесь прикольно, прикольно. Так. А, что еще у нас за штурма там? А, кстати, вот это тоже. Вот это тоже можем проверять сейчас. Так, прицелы. Прицелы поставим. Тоже легендарный. А, можно подствольник еще поставить. Старые пушки, короче, они улучшили характеристики, как я понял. Но они как-то получше, не так сильно вверх идут. Да, пацаны, вот напишите. Ну, короче, посмотрим. Посмотрим. Я не помню, у меня на основе они есть и нету, короче, посмотрим. Так, что еще там у нас было? А, пулемет. Пулемет это. Давайте-ка. Вот отображается сразу, что мы поставили его. Насчет пулемета сказали, что характеристики что-то подняли. Ну, сейчас я проверю, есть тряска или нет. Да не знаю, пацаны, я что-то эту тряску вижу, вот смотри. Смотрите, я вот свободно оставляю мышку. Ну это, знаете, тряска. Вот зачем мне убирать? Вот эту тряску надо убрать. Может потому что моды нету. Я не знаю, но тряска очень большая. Ну потому что мода, может, поэтому не сидят. Я не ставил моду. Надо, может, прокачать, поэтому так, я не знаю. Короче, еще посмотрим. Так, что еще там? Мы. Так, насчет медика, что там мы хотели. А, вот новый дробовик. Короче, дробовики вот эти, давайте проверим. Сейчас, что это? Ну, как обычно, тоже моды здесь, это надо разобраться потом. Так, давайте посмотрим насчет медика. Ну, короче, это надо тестировать, короче, на самом деле в игре. Как все это работает. Пацаны, напишите еще раз мне, почему не отображается новая карта. Почему я не вижу. Вот, новый дробовик. Давайте посмотрим его. Это не новый, это старый. Просто я перепутал. Это старый дробовик. Так, с мода. Не мода, прицела.
прицела, а потом будет доебаться до слов. Так. Ну, характеристики немного подняли, а сколько там подняли? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Пацаны, представляете? О-хо-хо-хо-хо! 1140, ничего себе, а давайте на эту. 1120, да-да-да, вот это да. А вот на этот дробовик новый. Здесь вообще 1110, даже поменьше. Ну, потому что он, походу, хорош. Давай, да, пацаны, новые пушки очень хорошо улучшили. Кстати, так, а у нас новый дробовик, который будет у нас в боевом пропуске. Я сейчас вам покажу. Так, а что-то я подсвольник не вижу. Ну, сказали, что можно подсвольник поставить, я что-то не вижу его. Не знаю, блядь, не вижу никакого подсвольника. Пацаны, кстати, смотрите. Здесь не надо каждый раз клацать на мышку. Просто один раз нажал, а он стреляет как ЮСА. Как ЮСА, вспомните? Вот. Только есть одна проблема, я заметил. Так, а вот этот глушитель снимается? Нет. Глушитель не снимается. Есть одна проблема. Смотрите, какая. Что, когда я стреляю, вся комната, блядь, двигается. А вот зачем это? Вот зачем вся комната двигается? Он что? Ну как я буду стрелять? Да, пацаны, ну это просто же вся комната двигается. Вся комната двигается. Зачем я это сделал? Это просто жесть. Вот напишите, как вам эта анимация, комната вся двигается. Не знаю. А почему подсвольник не отображается? Это баг может быть на ПТС. Сейчас еще раз проверим. Да, это может быть какой-то баг, потому что у меня... А, во, подсвольник сидит уже, кстати. Он стреляет флешкой, да? Один? А, вот, флешкой, как я понял. Угу. Кстати, давайте переходим на боевой... Мы посмотрим новую броню. Как раз сказали, что там еще новая броня есть. Какая-то такс. Где она? Так, солдатики. А, вот. Вот. Походу это что ли? Это что ли новая броня? А как ее? А, я же получил ее, что ли? Она у меня есть уже? Сейчас я посмотрю. Так, насчет новой брони. Так, заходим в склад. Где она? Сказали, стандартная она. Это что ли? Так, сейчас я посмотрю. Такс. А, это шляпа, а вот броня. Так, 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 так. А вот броня. Четыреста двадцать, серьезно? Подожди, а она инженера? Она инженера. Короче, она стандартная, как я понял. 500 с чем-то на инженера, ничего себе. Знаете, надо попробовать. Она стандартная, но я думаю, очень мало людей будет играть с ней. Кстати, пацаны, я вам забыл сказать, что на инженера урезали, сука, мины. Я не знаю, зачем я прокачал вот мину, если их урезали. Не понимаю. Просто мину не будут ваншотить. А вот зачем я просто его... Вот, сука, зачем я просто прокачал эту мину? Вот напишите, вот зачем. Мины просто урезали. Я не знаю. Так, насчет этого все разберись. Броню это посмотрели. Так, что еще у нас там? А, боевой пропуск, пацаны, который скоро у нас будет. Можем за... 100 и за 500 почти, можно сказать.
Давайте посмотрим, что за преимущество нам дают за пиццу. Так, мы получили какой-то, какие-то награды, пистолет получили. Короче, это награда. Ну, боевой пропуск вот такой у нас крутой, интересный. Кстати, напишите, как вам боевой пропуск. Тоже прикольный. Такс. Уже, который на 15 уровне. И, кстати, контракты чуть вам не забыл показать. Смотрите, насчет награды, которую мы можем навсегда здесь забрать. Смотрите. Новый пулемет. Можем забрать отсюда за боевой пропуск. Дробовик вот этот можем забрать. Новые пушки на инженера. Ну, я бы советовал вам поставить одиночную лучше. Снайперку. Тоже прикольно. Ну, в принципе. А, кстати. Что-то не понимаю. Ну вот, снайперка, да. И потом уже. Шестеренки. Ну, кстати, здесь награда прикольная. Напишите, как вам насчет наград. Вот такие у нас награды. В принципе. Насчет боевого пропуска. Так. Вот насчет боевого пропуска. Что я пропустил? Кстати, пацаны, контракты. Контракты я хотел вам показать. Насчет контракта. Смотрите, у нас добавили некоторые контракты, которые я сейчас заметил. Походу, этот контракт я на основу не видел. 2500. И, ну вот, контракт на новый дробовик тоже есть. Вот такой контрактик на 1000. Это уже контракт, походу, у нас есть. Или нет? Подожди. А, вот. Вот такой контрактик тоже. Випки, корона. Тоже интересный контрактик. Так. Следующее. А, на... Смотрите, на спецоперациях, что я вам хотел показать. Если что-то пропустил... Кстати, пацаны, когда я зашел на спецоперации, посмотрел вот эту анимацию. Задний фон. Это, знаешь, похоже на какой-то Warface старый. Это дробовик вот отображается. Здесь старый дробовик. Здесь можем посмотреть магазин. Здесь тоже отображается, что у нас доступно, что у нас недоступно. Вот сразу отображается, что доступно, что недоступно. Да? Флешки, кстати, я чуть не забыл. Насчет флешек тоже у нас флешки урезали. Там гранаты или пушку тоже урезали, пацаны. Просто такая информация, кто не знает. Давайте заходим на спецухи, пацаны. Я не скажу сразу, что их новые добавили, но есть одна спецуха очень старая. Добавили у нас белую акулу. Сейчас я вам покажу. Кстати, на профики все добавили. Просто они обновили ротацию, чтобы не доебаться, потом не доебались. Просто ротацию карты сделали, потому что некоторые доебаются. Просто ротации карт добавили, сложность уже другие. Так, шволка. И белая акула, короче, белую акулу нам добавили. Легкую, кто не знает, как пройти профку, просто легкую можно. Или сложку. Ну, я, конечно, пойду сразу профку, потому что, я думаю, она послезавтра появится, это обновление. И у нас и профка есть. Вот такие сложности. Профка легкая на белую акулу. Белую акулу очень хорошо я знаю, поэтому, кому нужно проходить, я помогу. Уже фьорд легкая обновили. Но спецухи тоже самые, только они на легкие уже. Я что-то вижу здесь их. Пацаны, самое главное, что я вам хотел показать, что нам добавили просто белую акулу. Вот что. Белую акулу добавили на несколько сложностей. Легкую, сложную и профку. Профку, конечно, пройду, потому что я уже профку проходил не раз. Так что насчет этого, пацаны, я даже не знаю, что еще. А, кстати, чуть не забыл. Показать вам некоторые снайперки, которую... Хотя, а, насчет читака, пацаны, смотрите. Читак. Они добавили нам читак. Но, в принципе, знаете, фазум есть.
как они сказали, Фазум возвратили, но не совсем, потому что он долгий. Вот зачем Фазум должен быть долгий? Вот смотрите, это не Фазум, когда он долгий. Вы видели когда-нибудь Фазум? Это не Фазум, потому что он долгий. Сейчас я посмотрю, может там мода поставить. Но если поставить какие-то мода, может быть и Фазум увеличивается. Пацаны, я думаю, 750 показывает здесь. 750, ну короче, здесь можно походу что-то увеличить еще. Короче, надо это еще разбираться, что у нас здесь еще есть. Походу все посмотрели или не все посмотрели. Кстати, пацаны, если что-то я забыл, можете написать мне в комментарии, что я там не смотрел. Ну, я думаю, в принципе, все посмотрел, поэтому не знаю, пацаны, не знаю. Если что-то я пропустил, можете написать в комментарии. Просто мне жаль, что я не видел новую карту. Вот что мне жаль, пацаны. Ну, в принципе, спасибо всем. Обязательно, пацаны, поделитесь, пожалуйста, видео. Лайки, там, комментарии, комментируйте. Мне тоже интересно узнать, как вам обновление. Поэтому мне тоже будет интересно. Напишите, пацаны. Всем пока, с вами был Зевс. Если что-то не показывал, можете потом в комментарии написать, может, я еще там какое-нибудь видео сделаю. Так что всем пока, пацаны.